И всем привет, я с тобой Калантайка. Если что, мы играем в Roblox, игрушку под названием Симулятор пчеловода или Бисварм Симулятор. Сегодняшний ролик у нас будет посвящен новому тесту от Анетта. Блин, тут лето, ой, как классно. В общем, Анетт создал новый тест в Симуляторе пчеловода. Внизу в описании будет ссылочка на него, на этот тест. И у меня, смотрите, сейчас Бибир. Это топово, это просто классно, офигительно. Так, у нас еще есть basic, хоть бы одаренный. Блин, не одаренный, жалко. Так, и у нас еще дополнительно есть суперкод на этот вот тест. Смотри, у нас какой, вау, топ 26 миллионов, офигеть. В общем, что у нас тут такое? Анетт, как я понял, хочет проверить. Вот так, кстати, будет выглядеть у нас обычный, блин, симулятор пчеловода после Бисмоса. То есть у нас будет, вон, я вижу снеговика. Кого еще? Кого-нибудь еще вижу? Нет, никого не вижу. У мамы убрали. Ну все, вот так вот у нас будет выглядеть. Палочник остался, палочник. И там еще, видать, ББМ остался. В общем, как я и сказал, так оно и будет. Итак, это тест, который будет работать всего один день, и Анетт по этому тесту будет проверять, нужны ему новые тестеры или нет. Поэтому обязательно переходи по ссылке, просто заходи, просто качайся, возможно, тебя после этого возьмут. Вообще, по идее, что он там этим хочет сделать, доказать, вообще, ребят, не представляю. А я думал, мои пчелы уже устали, они же только прилетели, устали уже. Офигеть, на клевере. Погнали убивать первого шипа. Блин, я не представляю, что там можно за один день сделать. Что там, ребята, вау, там уже этот паки. Ну, тест, супер тест код в описании. Я его пока юзать не буду, потому что он дается на 3 поля. Чтоб ты понимал. Он дается на 3 поля. И один из этих полей это... А я нанес урон? Давай, наноси. Вот, нанес. Один из этих полей это у нас... топ, поэтому я все-таки желательно хочу на топе все-таки поиспользовать этот код. Так, у нас 2 миллиона, давайте разгрузимся. Блин, придется сегодня качаться, наверное, в этой игре. Офигеть, не знаю, зачем мне это. Но поиграемся, посмотрим, что зачем и для чего это Анетт все-таки сделал. Ну и, в принципе, он публичный, если что, вы можете сейчас поиграть на тесте в течение одного дня. Что из этого будет дальше и завтра, будем смотреть, будем глазеть, будем видеть. Мне вот такое мне нравится, когда Анетт какие-то действия делает непонятные свои. Вот такая, вот такой мне БСС нравится. Ну а с тобой был Калантайка, подписывайся на канал, ставь лайки, пиши комментарии. И всем, ребят, пока-пока.